Аркадий Аверченко. Пантеон советов молодым людям. Как часто видим мы очень интересных молодых людей, красивых, изящных, но, увы, эти молодые люди не имеют никакого отношения к женщинам. И наоборот, не встречали ли вы рыжих, веснущих молодцев с кривыми ногами, расплющенным носом, заплывшим жиром глазами, которые, ну, не глаза, а эти молодцы, имеют у женщин бешеный потрясающий успех. А почему? Очень просто. Первые красавцы, не знаю, с какого боку подойти и как взяться за дело, вторые же кривоногие обладают этим священным даром в такой степени, как они не играл на скрипке. И вот, я хочу пойти навстречу назревшим нуждам неопытных красавцев. Кривоногие же пройдухи без меня пойдут, свои мои советы ни к чему, они сами многое могут мне посоветовать. Влюбившись, вовсе не нужно напяливать фраг, белый галстук, зажимать мокрые от волнения ладони букет цветов и, явившись к предмету своей страсти, преклонять перед ней колено со словами: «Ангел мой, я не могу жить без тебя, будь моей женой! Помилуйте, но ведь я замужем, я вас разведу с мужем, но у меня дети, детей отравим новые будут!» Глупо и глупо, ни одна женщина не поведется на такой примитивный примат. Вот что сделайте. Явитесь в сумерки к дорогой вашему сердцу женщине, припудривши лицо и подведя глаза желтой пробкой. Явитесь, севши уголок, забудьте. Что-то вы сегодня такой грустный, скажет хозяйка. Нет, не спрашивайте меня. Дела плохие. Что для меня дела? Я о них даже не думаю. Вы сегодня какой-то бледный. Ночью не спал. Бедный, почему же? Вы не снились всю ночь. Да и снова, что самая умная женщина не заметит несоответствия между первой фразой «ночью не спал» и «не снились всю ночь». Я вам снилась. Вот странно. И все. Маленькая зацепка уже сделана. Уйдите, оставив ее задумчивой на другой день. Вы опять сегодня какой-то бледный. Это замечательное вспомогательное средство для влюбленного человека. Я бледный? Чего же? Может быть, потому что опять ночь не спала? А кто же теперь вам снился? Догадайтесь. В этом месте можно взять ее за руку. Полагаю, опасности особой нет. Ой, ну как же я могу догадаться? Наврешь, милая, я уже догадалась. Значит, зачем он взял тебя за руку? Вы не догадываетесь? Вы такая чуткая, такая красивая. Красота тут, конечно, ни при чем, но каши маслом не испортишь. Скачите дальше. Вы не догадываетесь. Вы, которое сердце звучит, как олово арфа под малейшим порывом налетевшего ветерка. Вы, которые глаза, как зеркальная лазурь Лаго Маджоре, проникающая в самую глубину сознания бедного больного человеческого сердца, звучащего в унисон с теми тонкими струнами, которые... Такой разговор требуется минут на 6. Ну и что глупо? Зато складно. Тут тебе и олово арфа, и Лаго Маджоре, унисон... Советую полагаться не на смысл, а на свой голос и музу. Очень рекомендуется, не окончив фразу, нервно вскочить, махнуть рукой и наскоро вращавшись уйти. Это производит впечатление. И запутанной фразы выкрутитесь. На третий день входите и говорите на первый взгляд такую странную фразу. Мэри! Или Эльза, или Ольга, что вы со мной делаете? А что такое, что я с вами делаю? Посмотрите на меня! Не стоит забывать еще в перине смахнуть платком пудру с лица. Вы видите? Ну да, нет, у вас не важно. Но разве я виновата? Вы виноваты. Вы только вы. Вы приходите ночью к моему изголовью и... Я не знаю, что мне делать. По общей человеческой логике нужно бы ответить на это так. Да чего пристали ко мне со своим изголовьем? Мало ли, какая ерунда будет вам снится, что мне еще за это отвечать? Ну, ни одна женщина не скажет вам так. Она только вас видит. Боже мой, да мне с тобой тяжело, что вы так мучитесь. Она, значит, вам сочувствует. Она, значит, как говорят профессиональные рыболовы, зацепилась на крючок. В этом месте я покажу к самому деликатному вопросу, о котором мне, при моей застенчивости, трудно и слово вымолвить. Вы должны ее поцеловать. Но только ради бога, не сразу. Не обрушивайтесь на нее, как Глэйчер, не рычите, как бегемот. Тихо, деликатно. Возьмитесь за руки. Приблизьте ее глаза к своим глазам. Ну, как известно, следует за глазами, деваться некуда. Ближе, загляните в таинственную бездну ее глаз и... В такой позиции сразу не разберешь, вы ли ее поцеловали, она ли вас. Дальнейших советов я не могу давать, я слишком скромна для этого. Можете поцеловать, пойти домой, и на этом успокоиться. Однако помните, это будет уж чересчур жестоко.